Рано утром в российских новостях мы узнали о том, что российский певец Кайметов рано утром попал в больницу в очень тяжелом состоянии. Оказывается, у него обширная травма головы. Сейчас он находится в бессознательном состоянии под капельницей. Наши медики пытаются ему оказать медицинскую помощь. С ним случилась большая трагедия, о которой никто нигде не рассказывает. Вы одни из первых, кто сейчас об этом узнает. По всем нашим данным, Кайметова обнаружил его друг в его личном гараже возле автомобиля с травмой головы. Он и вызвал ему скорую помощь, на которой Кайметова доставили в больницу, где он сейчас и находится. Что же случилось с Кайметовым, пока никто ничего не хочет говорить. Его друг всячески пытается уйти от ответов. Родственники ссылаются на то, что ничего об этом не знают. Мы будем наблюдать, друзья, за развитием данной трагедии и будем надеяться, что с Кайметовым все будет хорошо. Вы только не забывайте подписываться на наш канал и следите за нашими новостями. Будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем канале.